Всем привет! Рада приветствовать вас на канале Life in Colors. В этом видео мы будем рисовать скорпиона. Скорпион представляет собой отряд членистоногих из класса паукообразных. Это интересные, необычные существа, ведущие исключительно наземный образ жизни и чаще всего встречающиеся в странах с жарким климатом. Внешний вид скорпиона довольно устрашающий. Голова-грудь, широкую спереди, слегка сужающуюся к месту соединения с удлиненным сегментированным брюшком, венчает пара внушительных клешней, служащих инструментом для захватывания долгожданной добычи. Еще одна пара конечностей скорпиона стала рудиментом, расположена у самого рта и выполняет функцию челюстных органов – жвал. Остальные четыре пары ног скорпиона, прикрепленных к нижней части брюшка, обеспечивают ему достаточно высокую скорость передвижения по зыбкому песку в пустыне или по каменистым почвам в горной местности. К последнему сегменту брюшка примыкает сравнительно небольшой членик капсула, крушевидной формы с железами, вырабатывающими яд. Яд скорпиона очень опасен. Скорпион впрыскивает его в свою жертву при помощи острой иглы. Тело скорпиона покрывает очень прочный хитиновый панцирь, поэтому у него практически нет врагов, способных причинить ему вред. Всем приятного просмотра! Всем спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео!